«Эхо Москвы» в Уфе и представительство Всемирного конгресса татар в Башкортостане представляют рубрику «Говорим по-татарски». Улица. Урам. Название улицы. Урам исеме. Название улицы. Урам исеме. Радий Хабиров предложил присвоить одну из новых улиц Уфы имя писателя Сергея Довлатова. Радий Хабиров Уфаның яңа урамнарының берсенә язучы Сергей Довлатовның исемен бирергә тәкъдим итте. Радий Хабиров предложил присвоить одну из новых улиц Уфы имя писателя Сергея Довлатова. Радий Хабиров Уфаның яңа урамнарының берсенә язучы Сергей Довлатовның исемен бирергә тәкъдим итте. Эхо Москвы в Уфе и представительство Всемирного конгресса татар в Башкортостане представляют рубрику «Говорим по-татарски».